народ! Всем привет! И поставим турбо режим, чтобы быстрее вскипело. Варить будем 2 часа, плюс столько, сколько надо. Вот такие куски. Как настроение? Ты же помнишь, мы плохую погоду снимали тоже, да? Тогда тоже было хорошее настроение. А сейчас представь себе, хорошее настроение умноженное на хорошую погоду. Вот такое настроение. Аккуратно. Ребят, хотите, покажу вам сейчас сосредоточенного человека. Как пианист. Пианист? Да. Это пойдет годно. Годится. Ох. Сад очень удобен тем, что вот там в центре самое пекло, да? А по краю, да, вот здесь я вот палец могу положить, видите? И он холодный. И то есть, если у вас уже какой-то кусок подошел, вы его сюда сдвигаете, а остальное жарите внутри. И это очень удобно. Вот такие мы хитрые. Запах почувствовали. Второй раз пролетает уже. Вот это самые лучшие кусочки будут. Самые козырные.
Все по плану? Да, даже лучше. Помидор заказывали? Да, давно ждем уже. По дороге созрели хорошие спелые помидорчики. Доставка Delivery Club, ребят, нам заплатила 1 000 000, как вы поняли. Тугриков. Да, я вон зеленым. Ты что, снимаешь? Нет. Я думаю, здесь нормальная кондиция делается. Да? Да. Нравится, Гео? Скажи, красиво, да? Ну, Махеев, как вы поняли, заплатил нам 1 000 000. Тугриков. Сол. Народ, кто знает, как будет чахохбили по-грузински? Чахохбили. Это уцхо наш любимый, правильно? И пошло дело, ребят. Пошла вода в хату. Ребят, смотрите, бульон еще булькает. Горячий, насыщенный, вкусный бульон. Пропитается, сейчас я добавлю еще. Ребят, втихаря тайком подсолю чуть-чуть. Самое главное, ребят, не забудьте крышкой накрыть. Будем томить часик-полтора до готовности. И под конец подсыпем туда зелени свежие, свежие, свежие. Вкусные, вкусные, вкусные. Сейчас я тебе покажу способ чистить картошку, каким чистила твоя бабушка. То есть моя мама. Крупная соль. Итак, ребята, часа 2-3-4. Да, видно, да, часика 3 хватит. И картошку с вами моргнуть не успеть, как картошка уже вся чистая. И именно после этого люди изобрели картошку в мундире. Да, лентяй вроде тебе. Реально почистилась картошка, кстати. Я думал, я шучу, что ли? Лайфхачик, да? Вот она, шелуха. Максимально крупную соль кубиками, вот которая такая морская. Морскую, вот ее берите, и все прекрасно работает. О, смотрите, сверкает прямо. О. Ох, и нелегкая эта работа. Ну, вы намек поняли, да? Что, минут 10 и все будет готово, да? Да. Поберись. Куда ж без него, да? Да. Дорогие мои, вы себе не представляете, каким кайфом я пью за ваше здоровье. Всего, всех вам благ, всего доброго.
Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Всем пока, ребят, вы клевые. Se te vi lì da oggi